Опа, всем привет, это BitLook Insider, но сегодня без Сереги, потому что вот моя машина, а вот машина, о которой еще никто не знает. Но она Сереги Сытера будет. Мы ее вчера пригнали ночью, он еще не знает, но сегодня ему ее подарят. Смотри, Сытер, пока мы тебя все дружно нажимаем по поводу спонсорства BitLook'а, мы везем тебе с другого города Жигу. Вот она, смотри, какая красивая. Опа! За рулем сидит Стих. Тот самый. Я первый этот камикадзе, который сел за баранку этого пылесоса. В общем, вот она, брат. Вот мы едем. Тормозов нет, развала нет. 1.3. Но, как бы, ну, не сверлит, но едет. Я думаю, если настроить, типа, и поменять свечи, там, ну, элементарно, то она поедет. Вообще, машина по кузову огонь. Поэтому мы сейчас будем пытаться это чудо советской техники завести. Может, даже заведется, если повезет. Копеечка на оригинальном салоне. На коже. Подогрева не хватает. Да ты шо? Пушка. Тонированная. Все работает. Ну, поехали готовить ее к подарку. Мыть, намывать, бант. Не знаю, аккумулятор сейчас поменяю еще. Будем вечером праздник делать. Всем привет! И у нас снова BitLook Fun Taxi. В этот раз благодаря супермаркету Сельпо на парковке улица Якутская, 8, Киев. Сегодня у нас очень интересный состав участников. Виталий Геращенко, Кирилл Каландрец, Слава Боровицкий и Александр Сорокеев. Перчинку нашему шоу добавляют Мишаня и Славомир, команда Stunt.ua. Короче, у нас все хорошо, мы на 300. Миллеру передаю привет. Если бы не ты, братан, я бы в Харрис-Дрифте начал парное ездить и поехал бы так вот. Спасибо. Спасибо большое Tire Shop за то, что переобувает все наши резинки. Да, Tire Shop очень круто. Мы, и пацаны опытные на монтаже, блин, лишних вопросов не задают, знают, что делать. In the air like-
А где Ватсон? Знаете, что я делаю? Мы готовимся на Old Car Land, где будем рекламировать зимний дрифт и подкрашиваем Жигу Димы Саутского. Ой. Не буду. Это чьи-то следы. Вообще. Вот так вот мы едем на Old Car Land. Я сейчас еду в машине Димы Саутского. Где-то параллельно со мной Джонни поехал на Top Level за своей джигой. Сзади меня Слава на смарте, а с Джонни на его смарте поехал Смол. Мы приехали, осталось нам теперь выбрать место, где мы хотим стоять. Короче, вот так вот мы поставились. Вот такая вот картинка будет у нас. Две зимние жиги. Это жига Димы Саутского. Это жига Джонсона Робенского. Сзади самолеты. А здесь взлетка аэропорта Жулианы. Очень круто, что тема ретродов добралась на самом деле на нашу территорию. И судя по облику, это москвич 412. Сделан очень круто. Проект еще не доделан. Ржавый Тилтон. Ух-ух. 435 на 50. А это... Будем назвать, что я боюсь. Будка от Зила или Газона, что-то не могу понять. Но тоже, блин, собрано очень ретрод стиль нереальный. Зимняя.
У жены спроси. А ты ж дома была. Это моя мечта маленькая, да, которая должна была осуществиться когда-то. И вот это твой подарок за день рождения. Вы что, мощности, реально? Есть выражение «лучше поздно, чем не тогда», но наш случай — это чуть раньше, чем вовремя. Персик, да? Она работает. Как на ней уехать теперь отсюда? Смарт стоит вон там. Вот это вот бонус. Ты счастлив? Да. Да? Ножи я! Сразу предупреждаю, с третьего качка тормоза появляются. А еще спасибо большое твоим друзьям, что помогли это все организовать. Презентацию мне показали! Как вы уже поняли, мне подарили Жигу. Спасибо большое моей жене и нашим родителям за этот подарок. Он предназначен мне на день рождения, который будет 30 декабря. Но решили подарить Жигу раньше, чтобы все-таки я успел ее подготовить и покататься. Спасибо большое еще раз за эту штуку. Также огромное спасибо Славику, Смолу и Джонни, которые поспособствовали этому подарку. Разыграли меня жестко. Я повелся реально на эту штуку, потому что я ехал к Славику под предлогом встречи по поводу спонсорства зимнего дрифта с каким-то неизвестным новым человеком. А по итогу попал на Жигу с бантом и был в диком шоке. Ну, где-то час еще, реально. Вот, так что теперь у меня есть Жига. Это стоковая копейка на 1.2 моторе. На удивление, живой кузов. Классическая Жига, как она есть. То есть она мягенькая, ничего не скрипит, не гремит, не прыгает. Все четненько работает, что не может не радовать. Обзор на нее, я думаю, что мы снимем, когда подготовим. Также я планирую вам рассказывать бюджет вообще подготовки. И идея заключается в том, чтобы подготовить машину максимально дешево и показать, как она работает. То есть, чтобы можно было сравнить, на какие деньги нужно себя готовить при желании принять участие в зимнем дрифте. Минимально. У нее еще нет имени, и я предпочитаю называть ее он. Все-таки это друг, с
с которым мы будем проводить вечера напролет по снежным парковкам Киева этой зимой. И у него еще нету имени, поэтому я предлагаю писать свои варианты и предложения в комментариях внизу под этим видео. Поскольку сейчас очень много времени уходит на подготовку зимнего дрифта, да и в целом на основную работу, и вообще у меня не совсем хватает времени монтировать видосы, и не получается выпускать их прямо вот по четвергам, как изначально я планировал. Поэтому видосы будут выходить, скорее всего, в разные дни, в разное время. И чтобы не пропустить, кликайте колокольчик, и вам будет приходить уведомление, когда будет выходить новый выпуск или вообще появляться новое видео на канале BitLook. Соревнования я, скорее всего, не поеду, потому что я являюсь организатором и судьей, и как бы ехать еще немножко не получится. Если вы еще не в курсе, то этой зимой BitLook планирует 4 гонки по зимнему дрифту. BitLook Snow Drift. Все 4 гонки планируется провести в Киеве, предположительно на одной локации. Мы планируем вечерние-ночные гонки, поскольку температура ниже в темное время суток. Соответственно, мы позаботимся об освещении площадки и трассы, в частности. Для зрителей мы планируем прямую трансляцию каждой гонки. Поэтому я думаю, что будет весело. Больше информации о BitLook Snow Drift вы можете найти на сайте bitlook.net/snowdrift. Ссылка в описании. Ну а ближайшие выпуски вас ждет увлекательный сериал о том, как мы будем готовить моего нового друга к зимнему дрифту. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями, все будет дрифт. Да, 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 теперь типа нельзя проехать, ты такой, смотри. Теперь ты будешь говорить, вот тут флай, а мы такие все, так покажи.